Брейн-ринг на тему путешествий в мир экономики провели для пятиклассников 4-й школы. Внеклассное мероприятие – своеобразный ответ на вызов времени. Современное поколение белорусской молодежи в условиях рыночной экономики остро нуждается в освоении элементарных навыков планирования, сбережения и приумножения своих доходов. Начинать прививать азы финансовой грамотности среди детей начали сегодня, чтобы уже через несколько лет, когда молодые люди вступят во взрослую жизнь, могли грамотно пользоваться финансовыми инструментами. Именно овладение основами финансовой грамотности поможет учащимся применить полученные знания в жизни и успешно социализироваться в обществе. Чем раньше дети узнают о роли денег в частной, семейной, общественной жизни, тем раньше у них сформируются полезные финансовые привычки. Зная законы денег на сегодняшний день, можно не только грамотно распределять их, но и научиться где-то сэкономить и сберегать, и насобирать на какую-то крупную покупку. Школьники отвечали на вопросы, а в случае проигрыша командам разъясняли правильные ответы. На игры были приглашены специалисты банковского дела. Организаторы рассчитывают, что подобные мероприятия позволяют привлечь внимание детей к теме финансов. В подарок каждому школьнику от Белагропромбанка были вручены книги «Мои первые финансы». В этой книге в увлекательной форме дети узнают, что такое банк, какие услуги оказывает, что такое кредиты, вклады, как можно пополнить свой счет мобильного телефона, не выходя из дома, как отличить настоящие деньги от фальшивых и очень много другого интересного.